Лара! Привет! Здорово! I feel happy, you know, it was the thing I dreamed about for a year. I imagined how I meet him from school. Как ты, Зра? Чудесно! How I walk like this in the street. You know, when you are under house arrest, you just dream about very tiny things. That's how they control me. Yeah, they always know where I am. Yeah, even if I go to the bathroom, I take it with me. It's like a nightmare, you know, but if you are a political activist in Russia, you just have to be prepared somehow for anything, yeah, for prison. Welcome to my house. It's very small, but it's very nice. A lovely house for two small mice. Бывают дни, когда, не знаю, когда совершенно ничего не хочется делать, но я себя не допускаю, чтобы такое случалось часто. Да, потому что нельзя, потому что тут дети смотрят, мама смотрит, я для них ориентир какой-то. Если я начну расклеиваться, то все. Это сказалось, конечно. И на Мише особенно сказалось. Потом у него были проблемы со сном, у него он посыпался посреди ночи, у него начинались судороги, и мама, 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 он кричал только. Семью два. Семью восемь. Я очень давно с ней не шопилась, вот просто походить, а потом пошопилась, устала и пошла поела. Вот так. А Влада стала прям вот... Второй мной, если так можно сказать. Да. Она, если меня посадит в колонию, станет полностью моим заменителем дома. Видела, что там фотографии, и было понятно, что там стояла видеокамера. Фотографии чего? Ну, я там была, то есть было понятно, что прямо над кроватью. Вот. Я там в пижаме. Она стояла полгода, и все это время наблюдали. Когда я узнала, конечно, была первая реакция – это возмущение. Потому что я дома буду планировать государственный переворот у себя в комнате, на кровати. Тяжелая, да, очень нужно. И такая... А урна стоит вот здесь, в комнате. И хотелось бы где-нибудь потом на море развеять, потому что она один раз только со мной была на море, и всю жизнь она в этих запертых комнатах.
просто хочется отпустить вот так. Ну, пока все это не закончится с моим делом, конечно, ничего не получится пока. Напугать, показать, что так нельзя, что мы не допустим. И что вот если вы будете участвовать, то вот примерно как она, будете сидеть, страдать там. Когда сажают невиновных людей, с этим надо бороться. Иначе мы превратимся в что-то типа Кореи там. И... Нет, 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 такого будущего для своих детей не хотелось бы.